вітаю вас. Це програма «Добрий день» на 7-му телеканалі. В студії з вами Тетяна Миленко. Хочу познайомити вас з нашою гостею. Сьогодні у нас поетеса Анастасія Новацька. Добрий день. Здравствуйте. Ви сьогодні принесли із собою збірку віршів. Розкажіть, будь ласка, коли це перша ваша збірка, так? І вже відбувалася презентація. Коли і як? Да, это первый сборник моих стихотворений. Это была моя вообще давняя мечта. Я шла к этому не один год. И, наконец-то, я издала свой сборник в 2016 году. Это было символично к дате дня рождения моей мамы. Это был своего рода такой, как... подарок ей. Да. И в этот же день мы поехали, забрали книгу. И я провела первую презентацию сразу же в библиотеке Грушевского. Это нещодавно было, так? Это было осенью 2016 года. У нас есть фотографии, давайте их показывать сразу же, так? Это из вашего особистого архива, но мы позволили себе их взять. Угу. Розкажіть про презентацію, як вона відбувалася, скільки людей прийшло? Чи очікували ви взагалі, що прийде стільки? В основному були мої знайомі, друзі. Так это была первая презентация, нужно было максимально позвать ну, всех, кого хочешь, знаешь. Также были и незнакомые люди из интернета, которые прочитали афишу и пришли на мою презентацию. Мне было очень приятно, очень волнительно, естественно. Это был первый раз, когда я должна была поделиться своими мыслями и чувствами перед аудиторией. Но публика была теплая, всегда задавали вопросы, мы шутили, я пыталась тоже так интересно рассказать о каждом стихе, почему написан, что вдохновило и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, что прошло все успешно, и людям было интересно. А что вас надыхает, скажите? Это женские какие-то эмоции, почуття, напевно, так? Ну, в основном, конечно, вдохновляет любовь. У меня отношения есть, у меня есть жених, мы с ним живем просто в разных местах, и это тоже способствует моим переживаниям и, конечно же, вдохновение, что за расстояние и вот все такое. Для жінки, в першу чергу, це кохання, це її натхнення, так? Да. Я можу попросити вас зачитати щось, так? У меня есть стихотворение, которое я посвятила... великим поэтам о том, как вот они удачно в точку писали свои стихотворения и как это трогало душу читателя. Стихотворение называется «Умели». Да, писать тогда умели, что аж бросало тело в дрожь. Идеи творчеством горели, где не таилась фальшь и ложь. А раньше так писать умели, что аж бросало тело в жар. Пером, как шпагой владели, чтобы в сердцах горел пожар. Задеть умели за живое, из глубины самой души. Она от слов правдивых ноет, знакомые жизни чертежи. Как мастера стихов и прозы, всю жизнь смещают в пару строк. Читаешь ты, и душат слезы, а в горле каменный комок. Да, писать тогда умели. Забавы гениев, злой рок. А сердце в сумерках немеет от ярких трогательных строк. Дуже гарно та зворушливо, насправді, така лірика, знаєте, дівоча, так? І я розумію, де ви берете своє натхнення, певно, що є улюблені поети, так? Розкажіть, кого ви читаєте, є, так? Просто це стихотворення дуже часто просять прочесть вот, на літературних вечорах, які посвячені яким-то великим поетам. Я люблю Анну Ахматову, Марину Цветаєву, іменно, ну, як вони для мене, як куміра, і... перечитав их стихотворение, опять же, о любви, о чувствах, меня вот вдохновило это, написать это стихотворение, что как глубоко, в точку, и как аж сердце вздрагивает от того, что так иногда написано очень точно. Можна я візьму цю збірку, так? Я хочу її показати. Я знаю, що тут є своя історія, навіть обкладинки. Да, у меня была такая... вершина гордости. Своя... Чому вона так називається? Своя сложная задумка была. Я хотела этой обложкой показать, что вот если вы видите, стоит человек на вершине, одинокий, он над ним тучи, но он один, гордый. Вот почему вершина гордость. И внизу пара, они внизу, они как...
чем-то уступают, не так горды. Но у них солнце, они вместе. То есть я вот пыталась такую вот связать вот идею, показать этой обложкой. И дизайнер меня сначала не очень понял и совсем сделал не ту картину. Но я вот так объяснила и получила то, что очень хотела. То есть именно вот показать эту идею, что в любви в чем-то нужно уступать, и ты не можешь быть вот всегда вот. Мені здається, це не тільки в коханні, у будь-яких відносинах, так? Це треба йти на компроміси. А скажіть, чи можна взагалі навчитися писати вірші? Ось, наприклад, нещодавно чули, як Вера Полоскова говорила про те, що треба прокачувати це вміння. Ви як вважаєте? Ну, как умение, как таковое, мне кажется, это идет от души, от сердца. Оно либо получается, либо нет, мне кажется. Ну, можно точить мастерство, ну, если долго писать, читать других современных поэтов, что-то для себя, может быть, брать и смотреть, как есть по-другому, может быть, да. Но мне кажется, это если есть такое вот изначально такой какой-то внутри вот талант, его просто нужно вовремя раскрыть. И в основном для меня это вот какое-то такое вот событие какое-то, что меня вот, знаете, как задело, или там какая-то стрессорная ситуация, и мне сразу вот как-то приходит такая мысль. То есть в основном это вот какое-то такое вот переживание, какое-то сильное, серьезное. Неважно любви, жизни, вот просто какое-то эмоциональное переживание. Ми підготували, насправді, невеличкий сюжетик про те, як можна навчитися писати вірші. Давайте його подивимось, а ви мені потім скажете, чи погоджуєтесь ви як поетеса, так? Угу. Для людей творческих писать стихи – это счастливые мгновения. Настоящие поэты для выражения своего внутреннего состояния без труда подбирают нужные слова и рифмы. Строки так и льются на бумагу. Людям, неискушенным в стихосложении, это дается сложнее. Но нет ничего невозможного. Научиться писать стихи можно и нужно. Для этого достаточно выучить несколько простых правил. Прежде всего, вспомним, что мы знаем о ритмике стиха. Под стихотворным размером понимают правила чередования безударных и ударных слогов в строке. Стихотворные размеры делятся на двусложные – хорей и ямб, и трехсложные – дактиль, амфибрахий и анапест. Именно ритм отличает стихи от прозы. Мощным импульсом для вас станет ежедневное чтение стихов. Старайтесь чередовать классику и творчество современных авторов. Стихи, написанные интеллектом, без души, не смогут привлечь ничье внимание. Даже для вас они не будут представлять никакой ценности. Сделайте чувства главной доминантой вашего творчества. Мысли, направляемые живым чувством, станут точнее. Слова ярче. Спрашивайте себя, что именно я чувствую в данный момент. Развитие воображения, образного и ассоциативного мышления – необходимый навык, который позволит вам создавать неожиданные и цепляющие образы. Повышайте общую грамотность, а рифмы должны быть точными. В хорошей рифме совпадает и ударная гласная, и следующие за ней согласные. Расширяйте свой словарный запас. Все просто. Читайте, читайте, читайте. Книги – это не только кладезь интеллектуальных знаний, но также источник слов для вашего лексического запаса. Пишите как можно чаще. Ваш уровень мастерства напрямую зависит от того, как часто вы практикуетесь. Напишите 100 стихов, и несколько из них, поверьте, будут потрясающими. Успехов вам! Чи погоджуєтесь ви із цим? Ну, я считаю, что правильно сказано, что нужно именно писать то, что чувствуешь. Вот, собственно, я так, ну, и стараюсь, у меня так и получается. То есть не там, не какое-то там что-то такое заумное. Сугубо, что идет от души, и что в этот момент я переживаю. То есть если это будет малейший какой-то нюанс, сюжет, кого-то где-то увижу, что-то меня удивит, да, или там поразит, я об этом и напишу. Вот, поэтому я считаю, что и правильно сказано, что нужно читать, читать и современных, и классику, я тоже с этим согласна. Иногда читаешь какую-то книгу, и совсем неожиданно приходит какая-то красивая фраза, с которой можно придумать стих. Она просто красивая. И ты уже начинаешь додумывать дальше сам. То есть это все полезно. Сюди до нас в гості приходив одного разу Сергій Жадан, ви знаєте, це відомий український поет, і він говорив про те, що іноді доводиться писати у літаку, чи в поїзді, чи де його упіймається муза, так він почне там писати. Согласна. Сісти там. У вас також Согласна. Це відбувається? Согласна. Іноді це буває так,
как сказать, не то чтобы неудачный момент, иногда совсем неподходящий. Иногда было такое, что я иду по улице и пришлось на диктофон читать то, что я придумала. В телефоне. Потому так, что не могла напечатать, да, это было неудобно. Я буквально, я иду, сама собой говорю, мне так было неудобно. Люди идут, и ты там что-то начитываешь себе сам. Бывает и такое. А не записать жалко, потому что, ну, кажется, что красивая строка. Просто не записайте, чтобы пропало жалко. От буває до такого моменту. Зачитайте такий вірш, який ви написали, можливо, так під таким натхненням, що зупинилися і сказали, все, треба його запам'ятати. Було писати, таке, це було якраз... На диктофон чи на руці, але треба. Так, да, от якраз було ночі. Теж, опять же, не дуже підходяще, ну, то есть, холодно, заліз під одеяло, і вдруг от стало на душі грустно із-за личних переживань. И так, знаете, и слезы, и все. И вот как раз родился такой стих, что пришлось встать и все-таки идти в комнату записать. Называется «До Марса». Из глаз полоса течет у виска, но все без эмоций, без фарса. Была я тебе когда-то близка, теперь до тебя, как до Марса. И кажется даже, что ближе мне космос, кометы и звезды мне ближе. Пусть буду я звать тебя во весь голос, я тебя все равно не увижу. Соленый ручей течет у виска, но без показухи, без фарса. Я плачу о том, что была я близка. Мне ближе дорога до Марса. Пусть там Млечный Путь или черные дыры, я вселенных простор не боюсь. Ведь ты не любил меня в этом мире, но я изо всех сил держусь. Я буду держаться, как в битве войска. Хоть знаю, что нет больше шанса. Слеза не коснется сегодня виска. Слезе до виска, как до Марса. Чудовий вірш також. Знаєте, коли от лежиш, так, плачеш, ну так якраз по вискам, собственно, тече, і от появилась така ідея. Хочеться все ж таки, щоб ми завжди плакали тільки від щастя, і ви, так, також писали вірші тільки від щастя. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви проводити літературні вечори, наприклад? Так, да, планую ще зробити кілька презентацій. Кілька в Одесі хочу ще зробити, тому що зробила не везде, де ще хотіла. Хочу за пределами нашего города, в Черноморске, Белгород-Днестровске, в общем, вот по городам поездить. У меня есть такой план их на этот год. Хочу выполнить. Я бажаю вам реалізації ваших планів і, звісно, натхнення. Нехай воно ніколи не покидає. Вас дякую, що ви прийшли до нас. Я нагадую, у нас в гостях поетеса Анастасія Новацька. Ми поговорили про її книгу віршів, яка називається «Віршина гордость», так? І поговорили про те, як навчитися писати вірші. Видається, що немає нічого неможливого, і писати вірші також можна навчитися. Дякую вам дуже. Дякую большое. Це була програма «Добрий день» на 7-му телеканалі. В студії з вами провела її Тетяна Милимко. Всього найкращого вам.